Thank you.
С нашей дебютной пластинки. Мы ее только недавно записали, к выпуску планируем ее готовить в ближайшее время, и ориентировочно осенью альбом должен выйти. Так что надеюсь, и приедем к вам еще не один раз. Итак, первая композиция называлась «Новый фанк». Мы хотели бы продолжить со следующей пьесой, которая называется «Зимнее солнце». Thank you.
Спасибо. Танцподдержка. Вам особое спасибо. Следующая композиция написана в восточном стиле. Называется она «Легенда Кавказа». Thank you.
Спасибо. Я бы хотел еще раз представить участников. Для вас играют замечательные музыканты. Самый сильный барабанщик Москвы Александр Иванов. Выпускник Московской консерватории Чайковского, член Союза композиторов, композитор-аранжировщик, лидер собственного проекта Николай Кольцов. Золотой саксофон России и Украины, солист биг-бенда Игоря Бутмана, также лидер собственного ансамбля Александр Довгополый. На гитаре для вас замечательный музыкант, композитор, аранжировщик Олег Завьялов. Меня зовут Алексей Заволокин. Спасибо вам большое за теплый прием. Ну, пошумели немного. Теперь пришло время лирики. Следующая композиция называется «Первая встреча». Всем девчонкам в зале посвящается. Thank you.
Присоединяется на саксофоне Александр Долгополый. Композиция называется «One for L». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. И в заключении нашего концерта. В заключении. Вам понравилось? Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо большое. Для нас очень радостно играть для вас. Спасибо вам за теплый прием. Это очень-очень приятно. Для артиста самый приятный шум из зала — это, конечно, аплодисменты. Спасибо. Итак, следующее произведение. Blues for Vic. Thank you.
Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Спасибо, Лёша! Вот я сегодня начал, смотрю и закончу. Я вот теперь точно знаю, что для того, чтобы посмотреть музыку, не надо ехать в швейцарский Монтрё, а надо прийти в Дубраву, на фестиваль Дубраву музыку. Правда? Давайте поаплодируем этому замечательному коллективу. После Натальи Скворцовой это второе откровение для меня, как для организатора этого фестиваля. Лёша, честно. Спасибо. Итак, Александр Иванов, ударные инструменты. Николай Кольцов, клавишные инструменты. Александр Долгополый, саксофон. Олег Завьялов, гитара. И бенд-лидер проекта, ну согласитесь, лучший бас-гитарист страны. Алексей Заволокин.